Новая традиция проявления заботы и внимания к людям старшего поколения. По инициативе главы государства в Беларуси проходит республиканская акция «От всей души». К благому делу одним из первых в Брестской области присоединились сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Бреста. В канун Старого Нового года его представительницы посетили несколько своих подопечных. Мы, конечно, как поставщики социальных услуг социально уязвимым категориям граждан, можем подсказать людям, кто больше всего нуждается в помощи. Мы приглашаем учащихся учреждений образования, общественные объединения включиться в нашу акцию и подарить радость, подарить свою душу пожилым людям, которые остались одни в эти праздничные дни. Мы ежедневно разносим подарки по домам нашим гражданам. Сегодня не исключение, к нам придут школьники, они помогут нам поздравить пожилых людей с колядками. Наша первичная организация Белорусского союза женщин и Белой Руси тоже посетит пожилых граждан на дому. Проявить заботу об одиноких людях или людях с инвалидностью для участвующих в акции больших затрат и усилий не требует. А вот ежедневные жизненные вопросы вводят в затруднение пожилых. Поход в магазин, покупка лекарственных препаратов, уборка для них затруднительны. Поэтому и благодарность соцработникам большая. И очень благодарна за эту службу. Она очень нам помогает. Да, спасибо большое за внимание. Поистине, эту акцию можно считать новогодним подарком для старшего поколения. К акции также подключились и учащиеся средней школы номер 18. Ведь каждый из ребят считает, что важно гордиться и ценить наших дедушек и бабушек. Наша молодежь, ребята, они ценят, они стараются, они помнят. Потому что в 2022 году мы вспоминали, мы говорили о том, что это год исторической памяти. И в этом ключе нельзя не вспомнить о пожилых людях. Никак нельзя обойти это стороной. Праздничные дни уж точно запомнятся добрыми и светлыми делами нашему старшему поколению. А для ребят станет ценным и полезным опытом, где они проявили свои лучшие душевные качества.